друзья, с вами как всегда Робзи, добро пожаловать в Brawl Stars, я продолжаю рубрику «Проклятый донат». И перед началом я бы хотел тебе рассказать легенду от моих подписчиков, о которой они пишут в комментариях. Если прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе выпадет лего. Давай проверим. Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое и приятного просмотра. И сегодня я приготовил для вас серию просто пушка, потому что прямо сейчас на этом аккаунте я собираюсь покупать вот эту акцию. Ворон плюс ворон меха за 559 гемов. Я же обещал, что куплю, если вы наберете 25 тысяч лайков. Но вы на момент записи этого видео собрали 60 тысяч лайков. Это просто нереально. Надеюсь, этот видосик вы не обделите лайком, а возможно наберете еще и больше, потому что этот ворон окажется у вас на аккаунте, потому что в конце пути этого аккаунта я его подарю своему подписчику, когда соберу себе все леги, все пассивочки, кроме, ребят, я не могу прокачивать вот этих бравлеров. У меня ограничение на аккаунте только в одном. Я не могу пользоваться бравлерами, которые идут на пути к славе, и не могу использовать Шелли. В остальном, на этом аккаунте это проклятый или проклятый донат, я могу делать все что угодно: донатить, закидывать деньги, прокачивать силу, покупать пассивки, покупать себе бравлеров, в общем, просто жестить. Итак, мы сегодня начинаем, но мне нужно закинуть поначалу гемы. У меня всего лишь 97 гемасиков, и мне нужно как минимум 559. Но сегодня я закину побольше. В прошлый раз мы закинули с вами на 1500 рублей. Сегодня же мы с вами закинем сюда сразу 4000 рублей. Ну, 3790. И надеюсь, что вы реально поддержите меня лайком, потому что эти гемасики еще останутся на следующую серию. Итак, платеж обработан, и гемасики залетают ко мне на аккаунт. 1047 гемов. Как же я соскучился по донату. На основе я донатить не могу, потому что, в принципе, там нечего покупать. А на аккаунте без доната я устал играть на слабых персонажах. Поэтому я хочу прямо сейчас зайти вот сюда и забрать себе вот эту акцию. И получается, вот этот ворон окажется у вас на аккаунте. Блин, это просто жесть. Вот он, вороненок. Офигеть, лего, понимаете, на аккаунте, на котором 32 кубка, уже есть лего и есть офигенный ворон меха скин. Это просто пушка, серьезно. Я сразу хочу зайти. Кстати, можно забрать себе подарок, но я не вижу смысла. Ну, заберу, пускай будет. Нечего здесь валяться. Захожу сразу в бойцов и, конечно же, беру себе вороненка и сразу беру офигенные скины, понимаете? На этом аккаунте, блин, я ни разу не ходил в ШДшку. Это первое ШД именно с этого аккаунта и первое ШД сразу на вороне. Грубо говоря, на 0 кубках я получил ворона, когда у меня было 0 кубков. А, у меня же ворон не 10-й силы. Мне нужно сундуков кучу открывать. Чтобы прокачать себе ворона, мне нужно дофигища сундучков. Но у меня пока что их нет. Так, 8 бит? То есть, подожди, против меня играет чувак, у которого 8к кубков? Вы серьезно? Вы серьезно? Подожди, у него 8к... Ну, я не ошибаюсь, у него 8к кубков? Так, подожди, ну, ты же отдашь мне свой? Да, ну, либо это был бот, как-то он вообще не сражался со мной. Ну да ладно. Чувака 8к кубков, он играет против меня. У меня 32 кубка. Вы там что, нормально, разработчики? Какой у вас подбор идет? Я думал, сейчас буду играть с ребятами, у которых вообще все по нулю. Но оказывается, не так уж и все и просто. Так, здесь у нас 2 ящика. У меня, кстати, есть ульта. Ой-ой-ой-ой-ой, это нехорошо. Я ухожу. Опа, хилочка, опа, да боже мой. Хватит меня пробивать, хватит меня атаковать. Но я, дружище, тебя убью. Он думает, где я? Оп-хоп-хоп, оп, ульта и минус, как говорится. Забираем себе 2 кубика. Так, хилимся на грибочках. Так, подхилились, 3 бойца остается. Где же вы сидите? Бойцы не видеофронта, выходите, я вас жду. Так, я вижу Динамайка. Я вижу Динамайка там. Так, Динамайк идет на меня, 4 банки. Дружище, ну ты, как говорится, приехал. Все, давайте разочек чуть-чуть стукну. Так, остается последний. Вот это уже настоящая игра. Вот это уже нормальная игра. И где-то у нас затаился враг. Если я сейчас подойду, возможно, там какая-то Шелли сидит, она как бахнет. А, это Бул, это еще лучше. Так, ну это, скорее всего, нубик какой-то. Ну, серьезно, ну блин. Я не буду использовать на него ульту, потому что это будет моя фиаско. Куда он уходит? Куда, дружище, ты куда ушел? Братишка, ты куда пошел? Ну нет. Ты, конечно, не уйдешь никуда. Вороном, не, ну конечно это жесть, ты лучше всех, еще бы я был хуже всех, проклятый донат рулит, или проклятый, реально, называйте как хотите, проклятый, проклятый,
Серьезно, неважно. Это будет проклятый донат. Мне очень нравится название этой рубрики. Я не знаю, как оно мне пришло в голову, но оно офигенно, согласитесь. Проклятый донат — это реально круто. Итак, у меня есть ящичек. Я забираю себе ящичек. Что я получаю в ответ? 50 монет, очки сил на Барли и на Дэрила. Ну, такое себе. Так, Кольта я заберу, использовать его не буду. Мне нужно добыть еще Броубол. Мне нужно события по билетам добыть. И где-то у нас еще одно командное событие. И, по идее, все. Ну, да, все, получается. А, подожди. Одиночные события. То есть мне нужно взять 1600 кубков, взять эти все события, остальное я уже брать, ребята, не буду. То есть набиваю 1600 кубасов и останавливаю вот это вот забирание полосы. Итак, у меня здесь три вот этих ящика есть. Я думаю, что нужно пока что их не трогать. Бойцы. Может быть, открыть? Ладно, давайте мы сами сыграем захват кристаллов. Почему бы и нет? На вороненке чисто захват кристаллов, получить звездный жетон. Потому что ящики мне здесь нужны. Напоминаю, что донатить я буду здесь по-черному. Я буду покупать себе билеты, я буду покупать себе очки силы, я буду покупать себе звездные жетоны. Я буду здесь максимально все накупать. Так, у нас Эмс пришла, и Эмс, как говорится, отлетела. О, чики-бомбони, Грузема. У меня здесь две как бы Шелли в команде, это нормально? Шелли, если что, то Шелли это имба. А еще я смотрю, ребята, не такие уж и сильные. Сейчас мы чисто ультанем. А мы вообще стоим на миде, нам все пофиг. Ребята думают, офигеть, просто две Шелли и ворон меха. Понимаете, на первых уровнях ворон меха. И, кстати, я тут подумал, а не создать ли мне на этом аккаунте клан? Ну, либо гильдию, либо клуб, как называйте, как хотите, как кому удобно. Серьезно, может быть, все-таки создать? Как считаете, ребят, напишите в комменты, стоит ли создавать здесь клуб и какое здесь ограничение по кубкам поставить? То есть у меня на 100 стоит 15 тысяч. На аккаунте без доната у меня, если не ошибаюсь, 7500 или 8000. Какое здесь ограничение? Ну, явно больше 5000. Ну, а там нужно подумать, какое ограничение сделать. Так, смотри, мы так... Хоп! Вот так. И меня никто не убил еще? А что меня никто не убил? Я, короче, там разнес всех подряд. Этот забрал 9 гемов, и у меня 1 гем. Но я больше воевал, серьезно. Я мало там пытался что делать. Мы сейчас вот так вот хлоп и вынесли. Блин, какой же вороненок крутой. И при том, что на вороне я очень давно не играл на основном аккаунте. А на аккаунте без доната я его и выбить не могу, понимаете? У меня там самый невезучий аккаунт, и он меня просто задолбал. То есть вот этот аккаунт, это отдушина. Отдушина от того аккаунта, именно без доната. Я там устал, там нифига не выпадает, ни бойцов нету, ни лег, ничего, ни черта не падает. И я реально мучаюсь. Поэтому здесь я могу зайти. Допустим, я зашел вот сюда, и что мне хочется, Я вот ни-то не могу играть, но могу купить. Я могу купить Барли, кстати, золотого, хотя я им играть не буду. А может быть и буду, я куплю себе Барли, потому что мне пофиг. Этот аккаунт называется у нас, понимаете? Посмотрите, проклятый донат. Или проклятый донатер, неважно. Я могу здесь сделать, что хочу. Закинуть 10, 20, 30 тысяч рублей. И мне ничего не помешает, потому что здесь ограничений нет. Единственное ограничение, я не могу играть на тех персонажах, которые идут на пути к славе. Итак, у нас здесь Шелли, может быть с ней побазарить, как говорится, немного. Так, смотри. Так, подожди. Ух, она мне пробивает больно. Однако Шелли полудальний, как говорится. Так, смотрите, у меня мало хп. Но у нее тоже мало хп, да? Не даем ей хилиться. У меня сейчас хп будет хилиться, а у нее не будут хилиться. Погоди немножко. Так, подожди. Главное не переусердствовать, потому что сейчас как бахнет меня ультой. Так, подожди, о, у меня ульта есть. Ну, блин, я так ее не убил. Ну, пофиг, они сейчас разберутся. Мы сейчас вам пару ящиков зафармим вот этот ящичек. Блин, ну, я хочу ворона 10 силы. Мне нужно, получается, затариться, что ли, мега-ящиками. Мне нужно какую-то акцию на мега-ящики. Когда здесь будет акция на мега-ящики, я без понятия. Но я, как только она будет, я ее сразу куплю. Залеплю сюда 10 силы персонажа и буду радоваться жизни. Так, смотрите, здесь у нас вроде бы никого нет. Шелли у нас сидит где-то вот здесь в кустах. А вот она. Вот она уже идет. Она ульту, кстати, уже профукала. Там еще и Роза с 10 банками. Вы что, серьезно? Офигеть. А можно как-то отвалить от меня? А, Роза 10 банок. Я же тебя не пробью совершенно. Ну, я могу ее как замучить, в принципе. Здесь карта такая не сильно удобная для этой Розы. Блин, она еще на грибы наступила. Ой-о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 й
Отвали! 11 банок! 11 банок? Давай, давай, давай. Мне будет очень сложно с ней сражаться.
Так, пробил. А-а-а, я подошел ради своей атаки. Ну да, здесь, конечно, против одна банка и 11 тут, конечно, решает. Тут вопрос был решен сразу. Давайте, наверное, еще одну карточку сыграем, мне понравилось. 76 жетончиков. Или купить себе, да, давайте чисто вот для прикола, один мегаящик. Если мне сейчас выпадут очки силы на ворона, то будет круто. Если нет, то будет обидно. Ну да пофиг, 80 гемов, честно, не жалко. 6 предметов! Плюс новый бравлер, серьезно. Я не хотел сейчас получать нового бравлера. Мне достаточно пока что вороном. Я хочу его прокачать. Очки силы на ворона 41. Ну, неплохо. Ну и вот он, новенький бравлер. Кто? Как вы думаете, серьезно? Как вы думаете, кто там у нас выпадет? Я не знаю. Вариантов просто уйма. Уйма. У меня еще персонажи не открыты, просто миллион. И это Пока. Это выпадает Пока. Редкий. Последний редкий бравлер. Неплохо. 200 жетонов, 6 кристалликов. Ну вот так вот. Мы с вами выбили Пока. Взяли немножко очков силы себе на вороненка. Вот мы с вами прокачаем немного. Прокачать бы еще. Вот можно, кстати, открыть вот этот вот сундучок. Выпадет на ворона или нет? На Шелли. Вот зачем мне падает на Шелли? Давай, на Дэрила, на ворона. Так, на ворона я не прокачал, если не ошибаюсь, не хватает. Еще на ворона, дай. Все, на ворона выпало, на Пока. Ну, хотя бы немножко, как говорится, силу подняли на троечку. На троечку силу подняли ворона, и теперь можно сходить сыграть. Поинтереснее, потому что с первой силой реально сложно. Ящики бить и с кем-то сражаться. Вот теперь будет поинтереснее. Я... Серьезно, я сделаю ему 10-ю силу. Я выбью ему пассивочки. Я потом все это красиво сделаю. И у нас опять, смотрите, бравлер, у которого 4000 кубков. Так, ну, слушай, тебя-то я заберу. Тебя заберу, твое усиление заберут. Вот это усиление я тоже заберу. Ну, какие-то, либо они плохо играют. То есть, подожди, у него есть стик. То есть, у него 4000 кубков, и он просто вот так вот умер от ворона. Ну, очень странно, он даже не пытался убежать от меня. Как и какие-то странные, если честно, ребята. О-о-о, там снизу кто-то... Кто-то фармит баночки. Кто-то очень жестко фармит баночки. Это у нас Бобо. Это у нас Бобо, у которого 3К кубков. Так, подожди. Я же вынесу тебя, дружище. Я же тебя заберу. Да, я тебя заберу. У меня 5 банок, кстати, уже. Вот это уже хорошее начало игры. Теперь я могу пофаниться, посражаться с ребятами. Там, кстати, еще один кейсик у нас. 1100 урона. Это не по 600 ковырять. По 1100 уже приятнее. Плюс у меня есть ульта. Сейчас мы накидаем ребятам. Кто у нас здесь? У нас здесь Джесси, у которого 2 кубочка. С ником Про, да? Ну, дружище, ты уже не Про, ты как бы все, да, свидос. Так, где-то у нас сидит боец. У меня 9 баночек. Ну, не-не-не, это 100% изи каточка, изи победа, изи вин, изи бризи, лаймен сквизи. Все, мы сейчас победили. Прочекаем сейчас кустики. Здесь вроде бы никого нет. В каких же кустах ты сидишь? А, это у нас Эмс. Это у нас Эмс, и мы сейчас вот так... Хоп, хоп, хоп. Ну, слушай, не-не-не, тут тебе никуда. Я, кстати, ультом промазал, и все равно это было просто. Блин, как же приятно играть на вот этих вот кубках с такими бравлерами. Блин, я хочу еще одну Лего. Как только в магазине появятся Леги, если не выбью до этого момента, я буду покупать Леги. Если я выбью, конечно же. Ну, я заберу, да, заберу кольта, потому что он мне все равно не нужен. Пускай валяется у меня в персонажах. Мне нужно просто дальнейшее броубол и все остальное. На этом все. С вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии. Хорошего настроения и всем покедово!